Наталья Ивановна. Да, алло. Да, на месте. На месте. Алло. Вопросы какие у вас ко мне? Алло. Алло. Но, к сожалению великому, звонок сорвался. Ну что ж, я готов ответить на следующий звонок, который есть, готов. Я не узнал две очень, очень серьезные вещи для Натальи Ивановны. Но хочу просто сказать, пока даже вот в той ситуации, когда мы с ней не на связи, но я надеюсь, что она слышит меня. Я имею в виду гепатит С. Это очень серьезный момент, очень серьезный. Поэтому здесь надо следовать и использовать те препараты, которые назначит врач. Но при этом помнить о сорбентах обязательно. И потихонечку надо переходить, готовить себя к тому, чтобы перейти на использование гипертермальных ванн. Вот в этой ситуации, как это не покажется странным, при совмещении той терапии, которую назначит при гепатите С, назначит доктор, использование гипертермальных ванн даст очень хороший результат. Но здесь надо понимать, в каком состоянии находится сердце и в каком состоянии есть или нет гипертонии. Вот об этом я, к сожалению, спросить не успел. Поэтому готов отвечать на следующий вопрос. Здравствуйте. Здрасте. Алло, с кем я разговариваю? Я попробую сказать, что со мной. Я звоню на прямой эфир СГУ. И куда я попала? Вы попали на прямой эфир СГУ. Я не думаю, что это Анатолий Ефимович говорит. Слушайте, ну вы странный человек. Кто в экране у вас сейчас? Анатолий Ефимович, ведет разговор. С вами. Ну, сомневаюсь, извините. Ну, тогда, ну что ж делать? Ну, сомневайтесь. Ну, давайте как-то решить уж этот вопрос. Либо вы сомневаетесь, тогда... Я вас поняла. Здравствуйте, Анатолий Ефимович. Да. Так, вы знаете, я давно занимаюсь по нашей программе. Да. Я ревматоидный полиартрит, Челябинская область. Да. Значит, я начала повторять уже, наверное, ну, раз третий. И многое что-то знаю. Вот. Но, вы знаете, меня мучает вот такой вопрос, который вам никто не задавал. Mm-hmm. Я просыпаюсь в 12 часов, час ночи. Да. И так хочу есть, что просто ужас. Что делать? Есть. Вы знаете, я странную вещь скажу. Как бы нарушаю субординацию и говоря в противовес всему, что вы слышите. Вы очень хотите есть, встаете и едите. Но не от пуза. Не от пуза. Алло. Да, вы слышали меня? Да, вот еще раз повторите, пожалуйста. Если вы очень просыпаетесь от того, что вам очень хочется есть, вы встаете и едите. Я уже пыталась, Анатолий Ефимович, попить просто воды, да? Ой, мучаюсь так страшно. Потом попила воды с медом. Все равно не получается. И вот я уже попыталась вечером, например, в 19:30 у меня последний в 21 кефир с хилакфортой, с отрубями. А в 19:30 я ем кусочек рыбы маленький, и, ну, обычно рыбу, вот, и, ну, там, какой-нибудь овощ. Так. И? И все. И вот просыпаюсь и есть хочу, и уснуть не могу. Скажите мне, пожалуйста, у вас какой вес? Значит, вес у меня 1.64 м, вес у меня 78 сейчас. Угу. Я ограничила свое питание, ушла на относительный голод. У меня получается граммов 600.
400 как-то мне не трудовато. А сытно я кушаю, сытно я себя чувствую после вот творога с льняным маслом. Может, мне тогда его на вечер перенести? Вы знаете что? Вы можете не только на вечер перенести. Вы для того, чтобы просто-напросто не вводить себя и собственный организм в стрессовую ситуацию... Да, мне не нравится это, ага. Я понимаю, что вам это не нравится. Вы просыпаетесь ночью от того, что вам хочется есть. Вот, пожалуйста, возьмите вот этот самый творог с льняным маслом, и пусть он будет вашей последней едой. Последнюю еду вам надо заканчивать где-то за час до сна. За час до сна. Хорошо. Ночью проснулись, не съедайте все. Не съедайте все, оставьте там пару столовых ложек, да, так сказать, вот этого творожка нежирного с льняным маслом. Ночью проснулись, ну, спокойно съели эти две столовых ложечки. Зачем себя доводить до экстаза? Вот этого делать никогда не надо. Никогда. Понимаете? Вы съели, подождали две минутки, и после этого спокойно заснули. Это первое. Второе. Да. Второе. Что вы не, чем, почему вы себе не помогаете? Значит, вы довольно серьезно взялись за переустройство вашего организма. Правильно? Да. Раз вы взялись за переустройство своего организма, вы вошли в непривычное состояние для организма. Он не понимает, что вы от него хотите. Вот это я уже поняла, как помочь. Как помочь? Привести его в равновесие. Для этого существует два пути. Даже три. Даже четыре. Значит, первый путь. Это солевые ванны вечерние перед сном. Тогда, причем это не горячее, а комфортное. Да, причем прямо сразу... Не слышу. Извините, пожалуйста, у меня с солевыми ваннами пока проблема, потому что у меня уже такая ситуация, что мне присесть в ванну тяжело, но я все равно это делаю. Причем это очень важно, причем очень важно при характере вашего заболевания, ревматоидный полиартрит. Понимаете, то есть вот солевые ванны с добавлением сульфата магния, 100 грамм. Понятно, да? Да. Значит, второй путь. Вы пока сейчас дослушайте. Пока вы не можете делать ванны, правильно я понял? Да, я не могу туда присесть и сесть. У меня временно, я надеюсь, что временно. Прям такое летом от жары было обострение, и мне я надеюсь, что временно. Сколько у вас сейчас сои? Вот. Сейчас 37,42. Так, понятно. Что вам назначили? Анатолий Ефимович, у меня никогда не было ниже 33. Вот, а болею я лет 15. Понятно. Значит, я провела все нестероидные, провела там как положено, и всякую такую ерунду, ну, которую при этом, да, ерунду, да, конечно, нужно, да, лекарство. Вот. Но кроме этого, я вот уже поняла, что добавила там воды, и тут недавно слушала опять ваш повтор о том, как вести в жару. Обрадовалась, что я себя правильно вела. Я пила воду и пропила сорбенты, и мне стало чуть легче. А так было очень тяжело вот в эту жару переносить. Да, я понимаю. Вот. И плюс вот на фоне этой жары, и уж не на фоне или так далее, у меня еще... Ну, дальше пошло заболевание. Теперь мне что поставили полинеопатию. Но накануне была передача ваша. И мне кажется, я надеюсь, что я поняла, вот, что делать. Вот эти ножные ванны, потом на импликатор Кузнецова с горячей грелочкой. Я вот уже подхожу к этому этапу и на днях найду. Вот. Поэтому вот солевые ванны, я вот их заменила, так сказать, душем и натиранием сульфата магния вместе с солью. Пожалуйста, вот. Вы можете это делать. И надо сказать, что я начала это летом. И большое спасибо вам, вот, потому что именно это меня и спасло от ужасной жары. Понятно. Было очень плохо. Понятно. Вот. Значит, простите, ради бога, я не спросил, как вас зовут. Меня зовут Ирина Анатольевна. Я иногда, редко, очень раз в 3-3 года я с вами разговариваю. Понятно. Ирина Анатольевна. Вот.
Значит, послушайте меня, пожалуйста. Вопрос с целевыми ваннами мы с вами как бы обговорили, да? Вы не учитываете вот какой момент. Это связано с тем, что солевые ванны, они регулируют вот, вот эту вот ситуацию, связанную со стрессовым напряжением. А вы в нем существуете практически постоянно. Именно поэтому сразу становится легче. Да, и вы спать начинаете легче. Вот что очень важно. Поэтому все процедуры с солью в комфортном, при комфортных температурах, комфортных условиях, надо делать вечером перед сном. Угу. Понятно? Так, а не днем не и не утром. Делаю, днем вы можете повторить, да. Да, там сделать, само собой. Но очень важно, чтобы вот эта процедура была вечером. Это первое. Угу. Второе. Каким образом эту ситуацию еще можно изменить? Пожалуйста. Ну, трудно. При ревматоидном полиартрите я прекрасно понимаю, что там и больные суставы, и тяжело, всякое. Значит, что можно делать? Скажем, вы эти процедуры с солевыми ваннами или с солью, с солями, назовем так, вы делаете днем, а перед сном в обязательном порядке, за полчаса до сна, ложитесь на аппликатор Кузнецова. Тепло укрыться, тепло укрыться, и к ногам грелку. Сейчас уже поздняя осень, и, слава богу, так сказать, это вы не перегреете себя, ну, никак. Понятно, да? Угу. Да, но, кстати сказать, и вы будете засыпать. И у вас, в общем, не будет ощущения, что вам надо вот проснуться, да, от голода вы просыпаетесь, потому что вам не хватает вроде как сил. Энергии не хватает. Да, и поэтому организм требует, дай чего-нибудь. Типа там сахара какого-нибудь, почему вы мед там используете или что-то. Понимаете? А вот творог с льняным маслом, там и энергетика хорошая у этого состава. Ну и физиологично очень для, скажем, такого вот позднего питания организма. Это нормально. Понимаете? Но если вы будете ложиться на аппликатор Кузнецова, и, пожалуйста, не беспокойтесь, прямо на нем засыпайте. Даже если вы проспали всего лишь 2 часа, это очень важно, чтобы вы ложились не позднее 11 часов. Понимаете? 2 часа вы проспали, вы получили все, что вам необходимо. Более того, вам аппликатор, как ни странно, добавил самочувствие. Самочувствие. И, так сказать, через какое-то время вы начнете спать ночь спокойно, так, как вам нужно, без вот этих стрессовых напряжений. Потому что вы ночью просыпаетесь от того, что вам вроде как не хватает еды. Да. Организм просто-напросто не привык к такому режиму. Его надо к этому режиму привести. Поэтому просто как котенка вечером перед сном погладить по головке и сказать, ну ладно, дорогой, ну подожди, ну потерпи, все будет нормально. И на аппликатор. Вы ему поможете, снимете лишние напряжения и спокойно заснете. Но самое главное, что именно в это время, вот с 11 до часа, до половины второго, да, замечательно совершенно, идут процессы восстановительные, реабилитационные, детоксикационные, лимфодренажные, как хотите, назовите. Вот это время невероятно важно для вас. А самое главное, важно для регулятивных центров вашего собственного организма, вашего мозга, с которого вы сняли эти напряжения. Понятно? Понятно. Вот это очень второй момент. Понятно. Вот это второй момент, которым вы можете воспользоваться. А самое главное, третье. Самое главное, не пугаться этого. Не пугаться. Это перестроечный момент. Поэтому проснулись, хочется есть, пожалуйста, поели. Но не от пуза, да? А как это, как вот у нас в русском языке говорят, червячка заморило. Да, знаете, такой вот
выражение, понятно? Да. И вы успокоились, а успокоились, легли спать дальше. Но самое главное, еще один момент. Будьте добры, пожалуйста, вот тут мы разговаривали с кем-то, вот, по-моему, прошлую передачу или позапрошлую, сейчас уже не помню, но по поводу той же самой ситуации с ревматоидным полиартритом. И перед этим об этом говорили. Я имею в виду костный бульон. Угу. Вот это первое... Анатолий Ефимович, я вас перебью, извините, скажите, пожалуйста, а костный бульон и как это у нас называется, на, как она, желе, и желе, допустим, сделанное на... в отваре хорошем овощном, это не одно и то же? Нет, совсем нет. Совсем нет. Понимаете, да. Какая штука? Ревматоидный полиартрит – аутоиммунный процесс. Угу. Это аутоиммунитет. И вот тут возникает, вообще сказать, довольно много сложностей. Потому что иммунитет... Для хорошего поддержания нашей иммунной системы, иммунной защиты нашего организма, нужно хорошая обеспеченность белком, белками. В первую очередь аутоиммунные процессы, как правило, касаются как раз соединительной ткани. И, так сказать, вот те разрушения, которые происходят на уровне соединительной ткани, особенно при ревматоидном полиартрите, потом превращается в деформирующий артроз, потом, так сказать, начинают ставить диагноз болезнь Бехтерева, не разобравшись там в этиологии во всех делах. Понимаете? Вот в чем дело. А растения нам с вами не добавляют этих элементов для нашей собственной жизни, они не добавляют. Желатин, который вы добавите в растительный отвар, даже очень вкусный, скажем так, понимаете, да он добавит белка, чистого белка, вот определенного характера, да, с помощью которого организм будет легче произвести, например, коллаген, да, с тем, чтобы у нас были все-таки, наша соединительная ткань была такая... эластичная. Да, это так, это возможно. Но костный бульон несет в себе практически весь необходимый состав, как питание. Ведь рассматривать костный бульон надо не как лекарство, а как такой своеобразный допинг, адаптоген высочайшего класса. Понимаете? Готовящийся из животных тканей, то есть ткани, которые соответствуют нашему организму, нашим тканям, практически стопроцентно. Понимаете, поэтому в этом бульоне остается все: соли, соединения микро-макроэлементов, белковые фракции, да, углеводные фракции, жиры, все там есть. Да, вы можете усилить его, чем добавив туда желатин, скажем, так сказать, ну, снять хрупкость. Хрупкость сосудистой стенки, хрупкость сактивизировать там образование хрящей на суставных поверхностях, понимаете? Это можно, вот добавив желатин. Но главное, вот основа, вот костный бульон, это то, что необходимо нашему организму. Но при этом, тогда, когда вы начинаете использовать вот этот самый костный бульон, вы должны понимать, почему очень хорошо реагирует иммунная система. Это отмечено. Посмотрите в интернете, там много чего по этому поводу написано. На костный бульон. Потому что это очень неплохое питание для обеих ветвей нашего иммунитета. Но не стимуляция аутоиммунных реакций, иначе у вас там сои поползет. Почему я вас спросил? Да, и уровень воспалительных процессов будет резко пойдет вверх, потому что иммунная система начнет сопротивляться. Не в этом дело. Надо в спокойном состоянии держать иммунную систему, не отпускать ее, чтобы не возникало вторичных иммунодефицитов. Вот для чего надо использовать костный бульон. Понятно?
очень понятно, Анатолий Ильич. Так вот, значит, понимаете, так, какая штука? Маленький вопрос есть. Я сейчас, одну секундочку, я очень рад. Вот Нобелевскому, просто благодарен Нобелевскому комитету в этом году, который присудил Нобелевскую премию за вот этот эффект самоедства. Аутофагии, по-моему, так это называется. Самоедство японцу. Замечательный совершенно эффект, потому что как бы мы с вами об этом процессах самоедства говорили достаточно давно. Мы съедаем себя сами, а вот удалять косточки и шелуху от съеденного мы еще не научились. И именно поэтому я попросил бы вас обязательно в тот момент, когда начинаете пользоваться костным бульоном, добавить черную смородину, лист, и можно смешать с черным чаем и пить вот этот чаек. Да, вот это будет очень-очень даже неплохо. Я слушаю, у нас 3 минутки с вами осталось. Анатолий Ефимович, вы знаете, как я тут не старалась, все равно желчный пузырь мне удалили 2 года назад. Да. И вот какие-то особенности при ревматоидном полиартрите питания, дюбажа, этих сорбентов. Пожалуйста, есть, можете делать все, можете делать все. Ну и при этом надо помнить, проблема только одна. Проблема спастических, воспалительных... спастических застоев в желчевыделительной системе, в желчных протоках, в самой печени, вот где. Но в силу того, что желчного пузыря нет, у вас желчь просто прямым ходом через холедах идет спокойно в 12-перстную кишку. Поэтому тут никаких противопоказаний ни для тюбажа, ни для ни при ревматоидном полиартрите, ни для экстренного очищения, ни для сорбентов нет. Нет, наоборот. Наоборот. Тут надо иногда даже беспокоиться о том, чтобы, так сказать, излишков желчи в этой ситуации не было в 12-перстной кишке, потому что можно спровоцировать заброс желчи в полость желудка и получить еще и эрозивный гастрит. Понятно? С гастритом все время. Да, мне понятно. Анатолий Ефимович, спасибо вам большое. Извините за начало. Живу по вашей программе. Вот стараюсь во всем. До свидания. Ну, бывает. По-всякому бывает. До свидания. Всего вам доброго. Удачи. Друзья мои, здоровья желаю вам. Мне кажется, что вот эту вот такую программу в нашем понимании, то есть в человеческом понимании, программу надо подготовить будет. Ну вот по поводу присуждения Нобелевской премии, по поводу самоедства. Помните, мы с вами некоторое время назад, я рассказывал вам о том, что вот когда говорил о вегетарианстве и мясоедстве, вот существует так как бы проблема. Кто-то говорит, что человек плотояден, то есть он без мяса не может обойтись, как тигра. Вот. Кто-то говорит, что человек, наоборот, плодояден, и ему вообще, так сказать, на мясо надо наплевать, а есть, например, этими самыми питаться исключительно райскими яблочками. По-настоящему-то это человека нельзя рассматривать с этих позиций. Надо рассматривать человека с позиции всеядности. Всеядности. В человеческом организме есть все условия для переваривания любой пищи. Так вот, эта вот проблема утилизации наших собственных клеток. Если даже вы исключительно сушеными травками, как коровка, питаетесь, понимаете? Но вы все равно каждую секунду, каждое мгновение едите себя, свое собственное мясо. Вот о чем очень бы хотелось мне, например, поговорить. Как только буду готов, я вам об этом скажу. Ну, а на сегодня уже я передачу заканчиваю, потому что времени у нас не осталось. И... как всегда, желаю вам понимания, знать, что вот то-то или то-то нужно для чего-то, пожелать вам здоровья и удачи.